Мы ее так вот шутя между собой называем «Охота 3D». «Охота на оленя» называется работа. Она выполнена в технике силуэта и отстает от бумажной основы и не может поэтому экспонироваться, ездить по маршруту, по выставкам и висеть на стене в вертикальном положении. Кстати, одну штуку, да, у меня есть топография. То есть... Аллегорическая картина, которая когда-то украшала триумфальные ворота, построенные к приезду в Тверь Екатерины II. Купечество выделило 2 миллиона рублей на постройку триумфальных ворот. Перешла в распоряжение картины галереи. Угу. Сейчас, конечно, РПЦ такие вещи не отдает. Сколько у вас единиц? 6000, на данный момент 6000 единиц. Это 12-томное издание Пьера Корнеля 1764 года. Над этими золотыми линиями надпись «Презан де Руа», «Подарок короля». Папища. Да. Басни на макладе серебряном. Покрывало. Покрывало вообще, как это сделать? Сейчас изобрели стекло необликующее. Хороший, компактный и удобный способ хранения – это выкатной стеллаж. Это очень удобно. Все произведения размещаются на сетках, крепятся с помощью крючков. И вот, пожалуйста, второй Айвазовский. У нас его